В Самарском цирке премьера. Почти полтора года здесь не было представлений. И вот триумф. Трехчасовое представление «Калейдоскоп фантазий» удивило продуманным сценарием, в котором логично чередуются и даже переплетаются великолепные номера фокусников, воздушных гимнастов, акробатов и дрессировщиков множества видов, которые подчиняют идее шоу всех – от попугаев и комнатных собачек до белых тигров и носорогов. Автор сценария и также режиссер-постановщик – это Дарья Костюк. Это автобиографический спектакль. Главная героиня Даша, девочка Даша – это сама Дарья Костюк. История ее жизни, что она с самого детства фантазировала, мечтала, и все мечты старалась воплотить максимально в жизни, что у нее, собственно, с успехом и получилось, и получается до сих пор. Еще более удивительно, что шоу создано и поставлено именно в Самаре. Да, этот проект мы делали, собирали в Самаре. Мы уже 3 недели находимся в этом чудесном городе. И все 3 недели у нас были платформные репетиции. Мы подготавливали, собирали абсолютно практически новый проект с новыми номерами, с новыми трюками, с новой техникой. То есть это все было сделано здесь. Шоу Дарьи Костюк «Калейдоскоп фантазий» будет идти в Самарском цирке до 29 августа. Это красиво, это дорого, это стоит увидеть.